Сегодня мы продолжаем информационный проект «Мой комфортный двор». И я, депутат Черепецкой городской думы Андрей Горчаков по 10 округу. Находимся на Московском проспекте, дом 38. И у нас уважаемая жительница нашего 10 округа Татьяна Анатольевна Кузнецова готова представить свой любимый двор. Особенный объект нашего двора, душа нашего двора, это наша голубятня. Юрий Прокопич, который занимается, который возродил когда-то уже имеющуюся здесь голубятню, разводит голубей, заботится о них, как о своих детях. Особая такая традиция, это как он запускает голубей в небо. Это просто сказка. Нашли аварийные деревья и убрали их с пыли. Остались какие-то материалы, и мы решили их использовать. Скамеечек нет. Сделаем скамеечки. Давайте сделаем флаг двора. Ну, так вот, что-то придумываем, что-то рисуем. Почему все же вы любите свой двор? Я люблю свой двор, потому что здесь живет моя душа. И возвращаюсь каждый день с работы, я захожу в свой двор и вижу. Играют дети, сидят бабушки на скамейке, цветут цветы. И на душе становится так спокойно и легко, что есть еще такие замечательные дворы, и человек чувствует себя комфортно. Для каждого жителя, практически для всех, есть свой маленький уютный уголок. Друзья, если у вас есть интересный опыт в благоустройстве своего двора, и вы готовы им поделиться, оставляйте свои контакты в предложке официального сайта паблика «Череповец» ВКонтакте.